На тебе, Лиз. Схватка за третье место в категории до 57 килограммов на турнире, на 47-м международном турнире в памяти Али Алиева. Встречаются Жолдошбеков Улукмет, Киргизия, и Угуев Заур, Республика Дагестан, Россия. Оба этих борца провели сегодня по три поединка. Заур Угуев. И, соответственно, и тот, и другой, и Жолдошбеков, и Угуев проиграли одному борцу. Это финалисту Артему Гибекову, хасавюртовцу. Работай на руку! Откидя! 15 секунд! No finger! Балл за пассив синего борца. Борца в синем трико получает киргизский борец. Два балла показывает судья. Киргизский вольник оставил сегодня хорошее впечатление своей борьбой. Здорово отборолся он и с Артемом Гибековым. Он уступил с минимальным перевесом в сторону Артема. 12-10 был счет в этом поединке. Дал настоящий бой лидеру российского, одному из лидеров российского, российских легковесов. Вот. Скрестный, скрестный, бутырга, бутырга, стой! Старт! Старт!
Ну, сами видите, уважаемые друзья, развитие событий на борцовском ковре. Со счетом 5-2 впереди киргизский вольник. Как я сказал, он хорошее впечатление сегодня произвел. Ровно половина второго периода закончилась. Немножко мощнее выглядит киргизский вольник по сравнению с Зауром Угуевым. А вот физическая мощь, она как раз сказывается на поединке. На фоне у Жолдошбекова Угуев смотрится недовеском немножко. Ненара, ошондоле, колдору голе, колдору жауш. Есть еще минута у Заура Угуева, я думаю, он попытается сделать все, чтобы вытянуть эту схватку. Ну, 15 секунд, за оставшиеся секунды вряд ли Угуев уже сможет. Ну, сократить разы в счете, конечно, да. Хотя, как сказать, не сможет. Всякое бывало в борьбе. Ну, конечно, маловероятно. Так, обладателем бронзовой награды категория до 57 килограммов становится Улукбек Жолдошбеков, Киргизия.